психологически, чисто человеческим этом, я считаю, что это ненормально. Это вообще ненормально. Оставаться дальше папой пятерых девочек, ну, после вот этого всего, конечно, это нереально. Я думаю, без Божьей помощи тут не обходится. Потому что я где-то уже рассказывал, что я в школе видел один раз труп, и я его на всю жизнь, и я запах этот меня даже преследовал мертвого человека. И вот тут, пожалуйста, это свободно. Я это вижу, я с этим работаю. Не потому, что я привык к этому, а потому, что я знаю, что это нужно делать. И все, я его делаю. Ну и буду делать, пока не узнаю, что это не нужно делать. А надо делать что-то другое. Я просто все оставлю, встану и пойду делать то, что должен буду делать на тот момент.